всем привет! Давно не вылаживал видео своих тренировок. Хочу снять сегодня тренировку, рассказать о том, в какой форме, какие дальнейшие у меня планы. И вообще, сегодня минимум комментариев, больше дела, больше тренировок, больше спорта. Поехали! Неужели вы подумали, что я оставлю сегодняшнюю тренировку без комментариев? Я хочу вам сегодня рассказать о подрыве. Я думаю, что на моем примере будет интересно услышать, как правильно ее выполнять. Я хочу, чтобы вы вслушались в смысл слова «подрыв», слово «взрывать» и «подорвать». Присмотритесь внимательно, как вылетает штанга быстро из подрыва. Чтобы выполнить правильный подрыв, нужно точно разогнать штангу до подрыва, оставить спину для подрыва и мощным щелчком направить ее ровно вверх, никак не от себя и не слишком сильно за голову. Многие тренера рассказывают, что штангу нужно тянуть по телу. Вот вам яркий пример, что штанга касается спортсмена только в месте подрыва, но никак не раньше. Я специально снял майку для того, чтобы вы увидели лучший подрыв и увидели сбоку, как штангу направляют ровно вверх, ровно во включение локтей. Все на самом деле очень просто. Ну а сейчас немножко о своей тренировке. Я сегодня хотел пройтись по весам, на каждый вес по 2 подхода и добраться до максимума своего рывка на 2 раза. Посмотрим, докуда я сейчас доберусь. Ну а сейчас рекорд. Пишите в комментариях, что вы думали, порву я 150 на 2 раза или нет.
150 еще на два раза с помоста не рвал. Абсолютный рекорд в четырехлетке. Ну все, рывочек подошел к концу. Еще одна гора пала. Так что 50 еще не рвал за 4 года ни разу, но 2 раза именно с помоста. Осталось только без лямок порвать. Поздравляйте меня с новым рекордом. Не забывайте ставить лайки, потому что именно от количества лайков зависит, сколько меня новых людей посмотрит и насколько канал наш и мой, короче, раскачается, и мы будем всем рассказывать про тяжелую атлетику и много... И еще больше людей увидят настоящую тяжелую атлетику, а не ерундовую. Тягу я еще после рывка не делаю, потому что только начинает подрыв проходить. Это уже прошло 4 месяца после того, как я начал заниматься. Так что это вообще-то для тех, прошу прощения, нытиков, которые говорят, что сильно болит подрыв. Подрыв быстро не проходит. Нужно потихонечку набить мясо, чтобы сформировалась мозоль. Но нужно очень аккуратно набивать, чтобы не появилась большая гематома. Эти подходы я специально вставил, чтобы вы видели, как я скрупулезно отношусь к разминке. Я хочу напомнить своим старым зрителям и рассказать своим зрителям, которые присоединились недавно, что я 10 раз травмировал свое левое бедро. Оттого я разминаюсь очень качественно и использую в своих разминочных подходах приседания по 10 раз. Ну а на этом видео я хотел бы отметить свою виртуозную технику надевания дисков на штангу. Ну а если серьезно, я хотел бы в сегодняшних приседаниях установить рекорд. Присесть 190 кг, 6 подходов по 3 раза. Я за эти 4 года ни разу не смог преодолеть этой точки. Ну а пока еще идет серьезная разминка, потому что я как старый мотор, мне нужно долгое прогревание. Ну а пока послушаем музыку. Поехали! Thank you.
Фу. Ну, в итоге сделал 6 подходов. 4 года не приседал 190 по 3 раза 6 подходов. Но в итоге силушка в ногу в эту возвращается. Это у меня было всегда крепкое. Вы же не забывайте, я после травмы, плюс тазобедренный сустав, тренировка продолжается.